Нових власників знайшли три невикористовуємі будинки у обласному центрі. За аукціоном продадені об'єкти на вулицях Міра, Некрасова і на Смоленській площі. Усього з початку года фонд «Вітебська облмайомасть» реалізував на торгах каля 30 побудов. Наші кореспонденти довідалися, які плани у покупників на набитую нерухомість. Комплекс побудов былой котельни на улице Мира у Витебску. Кошт крыху больше за 158 тысяч. По умовах торгов будинки 60-х годов после реконструкции можно зарабить гандлевыми объектами. Миновито такий вариант выбрал предпринимальник Реймон Вениаминов. У планах открыть у микрорайоне новую краму. Большой жилой микрорайон, новые новостройки, там близости магазинов нету, и поэтому, исходя из этого, мы приняли решение принять участие. Если аукцион пройдет удачно, и мы станем собственниками этого здания, то мы в будущем году введем его в эксплуатацию обязательно. На этот раз фонд «Витебская облмайомость» выставил на продаж 12 городских объектов. Реализовали три. За 187 тысяч с молотка идет двухповерховый дом 50-х годов на улице Некрасова. И полова доли у праве на капитальную побудову на Смоленской площади. Або два лоты на торгах не у першиню. Початковую цену понизили на 50% и покупники изнайшлися. Общая площадь всех продаваемых объектов порядка 1800 квадратных метров, и в бюджет города поступит порядка 400 тысяч белорусских рублей. Первый объект по улице Мира 13, он продается на аукционе с понижением на 20% цена, а второй и третий объекты продаются на аукционе с понижением на 50%. Усяго с початку 2018 года фонд «Витебская облмайомасть» реализовал за аукционом каля 30 побудов на сумму каля 900 тысяч рублей. Еще 95 объектов нерухомости выставить на торги у ближайшие два месяца. Артур Смоляков, Станислав Дудин, новини Витебск.